Храма Святой Великомученицы Варвары в районе городского кладбища Севастополя началось по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря в 2009 году. На сегодняшний день работы находятся в стадии завершения. Большую поддержку в благом деле возведения храма оказывают и сами прихожане. Ваши труды, ваши молитвы, ваша копеечка, да, которую вы вкладываете вот в кружку на пожертвование для благоукрашения этого храма, она здесь же и остается. Во всем том, что здесь есть в храме, во всем вложены ваши сердца, ваши души и ваша, ну вот, помощь, которую вы оказываете нам. Низкий поклон вам за это, и пусть милостью своей и молитвами Святой Великомученицы Варвары Господь дарует всем вам мира, здравия, благоденствия и радости в сердцах ваших. В богослужениях в храме Святой Великомученицы Варвары участвует мужской хоровой коллектив. Почему мужской, может быть, вы хотите спросить? Вообще идея мужского хора издавна в русской церкви была основополагающей. Все вот напевы, например, церковные, написаны самые лучшие, скажем, Киево-Печерская лавра напев, Троица Сергиевой лавры, они до сих пор вот в обиходе многих храмов, но, к сожалению, они написаны для мужских хоров. И самое лучшее исполнение именно когда исполняет мужское. Ну, у нас, правда, не хор, скажем, квартет, но все равно мы пытаемся исполнять. В день престольного праздника храма его настоятель, протоиерей Геннадий Косюга, отметил свое тезаименитство. С Днем Ангела священника поздравили многочисленные прихожане и благочинный Севастопольского округа протоиерей Сергий Халюта. Мы сегодня слышали евангельские слова: «Азм есть пастырь добрый, а пастырь добрый душу свою полагает за свою паству». И воистину, то количество паствы, которое я сегодня вижу здесь, в этом храме, свидетельствует о том, что действительно ваше сердце, оно пастырское, доброго пастыря. И что действительно вы все свои таланты, все свои старания, все свое время посещаете этой богоспасаемой своей пастве. По окончании богослужения молящиеся прошли крестным ходом. Евгения Константинова, Дмитрий Авдеев, телекомпания «Корсунь», пресс-служба Севастопольского благочиния.